Наиболее сложные моменты я бы подчеркнул два. Это первый, непосредственную подцепку и контрольный полет над аэродромом Пушкин. Цель этого полета была подбор максимальных, оптимальных скоростей для транспортировки данного груза. Вы прекрасно видели, что на скоростях до 70 км в час его разворачивает. На скорости от 70 до 100 км в час он становится неустойчивым, а на скорости от 100 до 120 он, благодаря своей аэродинамической форме, разворачивается по потоку, приобретает свою устойчивость и никаких ограничений по своей транспортировке не оказывал для выполнения полетного задания. Второй, конечно же, наиболее сложный – это заход на площадку, так как она ограничена казарменно-жилищной застройкой Ленинградской военно-морской базы. Данный вертолет Ми-26 из транспортных вертолетов, я не побоюсь этого слова, в мировой практике, в мировом вертолетостроении является наилучшим. Силовые установки по 11 400 лошадиных сил, что позволяет безопасно транспортировать грузы как внутри, так и на внешней подвеске до 20 тонн. Поэтому этим вертолетом управлять только одно наслаждение. И последнее. В вашей практике приходилось вам вот самолеты таскать? Самолеты впервые.